работа со штангой, она очень удивительная. Как легко поддается она одним и как сложно оторвать ее от пола другим. Конечно же, всем спортсменам на омской же земле я желаю показать свой лучший результат и, конечно, обойтись без травм. Успехов! Поднимайте веса! Эти соревнования являются отборочными на чемпионаты первенства России 2025-го теперь уже года. С этих соревнований будет проводиться отбор в сборные команды региона. Ребята будут состязаться потом на всероссийских турнирах, но впоследствии, может быть, и на международных помостах. Конкуренция высочайшая, уровень результатов также очень высокий. Есть заслуженные мастера спорта международного класса и более 20 мастеров спорта. Соперничество с участником из команды Кемеровской области. Получается, ходили вместе на 212 половиной килограммов, но оказалось, что сильнее. Удалось победить за счет морального лифта качеств. Также помог мне мой наставник и тренер Станислав Витальевич Матук. Хорошо настроил меня перед подходом, и у нас все получилось. Заруба была именно тактически, кто насколько пойдет. Оптимизм в том, что я не ожидал от себя, что пожму именно 255. Обычно года 3-4 я жал максимум 240-245 килограмм, а сейчас, видимо, какой-то прорыв произошел. Запас есть, дальше будем работать.